Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы вам представим идеи разных стрижек на кудрявые и вьющиеся волосы. Досмотрите, пожалуйста, видеообзор до конца, и, возможно, вы найдете для себя ту самую стрижку, о которой вы давно думали и не могли сделать по разным причинам. Благодаря сегодняшнему тренду на натуральные и объемные прически обладательницам вьющихся и волнистых волос можно выбирать много стильных и привлекательных стрижек. Если стилист сможет правильно подобрать стрижку к волнистым волосам, то в итоге получите современный и элегантный образ. В нашем обзоре мы с вами поделимся принципами выбора стрижек и самых модных вариантов, которые подойдут для кудрявой структуры волос. Принципы выбора стрижки. Кудрявым волосам нужен особый подход. Из-за их капризности может быть довольно трудно выбрать стрижку. Изначально необходимо определить упругость прядей и саму структуру. Для обладательниц жестких и частых кудряшек лучше остановить свой выбор на средней или короткой длине стрижек. Волосы, которые вьются не слишком сильно, будут идеально выглядеть на любой длине волос. Стрижка на волнистые и вьющиеся волосы подбирается индивидуально. Рассматривается форма лица, тип локонов и, конечно, фигура женщины. Кстати, немного снизить объемные пропорции можно за счет шикарной и пышной кудрявой прически. Модные стрижки для волнистых волос позволяют преобразить образ, добавить ему нужной формы. Для комбинации челки и кудрявых волос лучше всего подойдут короткие стрижки. Образ будет выглядеть молодо, задорно и очень привлекательно. Челка при такой короткой длине станет для женщины и девушки лучшим акцентом. При правильном варианте исполнения аккуратно спрячет нужные черты лица. Хорошо подходят для кудрявых и вьющихся волос такие стрижки, как каскад, каре, боб-каре, пикси-боб или пикси. Рассмотрим стрижку боб. Боб – техника стрижки будет отличаться. Кудрявые волосы стригут на сухую, чтобы получить ровные и четкие формы сохранения завитка. Боб на кудрявые волосы может быть укороченным или средним. Средний боб с челкой и слоями на затылке. Стрижка несложная, но одна из самых подходящих для густых кудрявых волос. Отличная и стильная форма. Стрижка пикси. Пикси иракез – отличный и модный вариант короткой стрижки. Она особенно здорово смотрится на негустых волосах с мелкими кудрями. Еще один смелый вариант предыдущей стрижки. Чем короче волосы на затылке и по бокам, тем объемнее кажется макушка и челка у лба. Классика для афрокудрей – стрижка каре слоями. Получается стильный А-силуэт, благодаря которому прическа держит форму. Длина волос при этом может быть любой. Стрижка розовое золото и милые мягкие кудри. Средний боб с челкой подойдет для такого образа, как нельзя кстати. Стрижка облако. Еще один тренд для кудрявых волос любой структуры. У лица пряди стригутся слегка слоями, чтобы прическа выглядела мягче. Дорогие красавицы, сегодня в нашей подборке мы вам предложили множество вариантов стрижек для кудрявых и вьющихся волос. Создавая подборки, мы искренне желаем вам красоты и счастья. Пусть все ваши мечты исполнятся. Спасибо, что досмотрели видеообзор до конца. Лучшая благодарность от вас – подписаться на наш канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями и родными. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры. До новых встреч!